Путешествие началось. Это Нил. А это их мешок с едой. Там тоже салат для лошадок. Там для лошадок салат. Это для кого? Для всех. Для всех. Прелесть. Чудесно. Это Нил. А вот и Оля. Все такие спортивные. Привет, привет. Как дела? Правда, в самом деле, как на Северный полюс одела. А вот и машина Мартина. И сам Мартин. Сейчас мы будем загружаться. This is weeks. Многочисленный карт загружается в машину. Все, супер. Все загрузили. Оля там уже готова на стекла. Там все. Давай, Марина, я тебя тоже сняла. Давай, давай. Прямо вот так вот, мягко. Ай, прямо так вот, давай. Да. Вы там поливаете, Марину польёшь. Я тоже готова к вам. Это хорошо, мы едем. Ура! Пристегнулись и поехали. Видишь, какая у Мартина машина. Да, у Мартина. Да. Известная машина. Чудесная. Только души нет. Мы потеряли. It's not obvious. Уже морковку можно дать? Сейчас я тебе дам морковочку. Мало взяла. А хлеб? А хлеб попробуй. А хлеб? Да. Черный хлеб? Да, черный хлеб. Соль в кулечке бумажной. Бумажный кулек давай. Сейчас еще вам дадим. Сейчас. Какие вы красивые. Сейчас вот Леночка вам сейчас... Леночка даст. Леночка. Ой, не кусают. На. Леночка, да. Да, съел хлеб тоже. И тебе. Хлеб, конечно, он хочет. Верблюд. Сейчас, вот ты же много съела. Вот те все остались, ничего не угощи. Маленькая пони там. Лена, а ты, он не хочет черный хлеб? Он уронил. Он не любит хлеб. Заберите у него хлеб. Почему-то он не хочет. Дайте лошадкам. Черный хлеб. Да, ничего не видно, но... Лошадки. А он нет, там слышу, маленькая лошадки, пони. Нет. На, возьми. Съел? Фотографировал? Она укусила меня. Не укусила, это прям. Какой ты хороший. Я тоже хорошая. Вот такой маленький понюшенька. Понь-пончик. А тебе морковочки не досталось? А что тебе дать, малышка? Ой, какие маленькие пони. А что у меня есть? У меня есть морковка. Сейчас я вам дам. Стойте. Лена, а ну-ка смотрите вместе с Мартином. Такие пони. Такие пони. Мы их покормили. Я бы тоже так.
А кто знает, что за породы этих лошадей? Рэйчел, мне кажется, волосатая то, что моя была. Ты вернула ли она? А, ничего, просто я забыла, где она. У тебя или да, ничего? Да, да. Я сколько раз ее таскала с собой, да, ничего, и тебя не было. А потом это сегодня... Красивый, да? Ты красивый. Somebody was riding him, or? Rachel. Она въезжает лошадей. Oh, there, that one. Yeah, that's it. Yeah, grey one. Yeah. Oh, the ostrich is... Кто тут Нико? Сейчас выйдет сюда. Вот такой Нико. А как же она его держит, когда гуляет? Обалдеть. Боже мой. И еще второй этаж. Тут его заведение. Идем. Закрытый манеж. Угощается в гостей. Чего в салон? Спасибо. Ничего, спасибо. Прости ты. Почему? Она, моя мама. Мама. Мама, да. Мама не чешила. Алтмышики. Маша, чи все якщо завжди? Чоксал. Территория огромная. Вот мы уже идем откуда. И еще вон куда тянется озеро. Очень большая территория. Вон мы оттуда пришли. Ага. Это осока. Вот эти вот острые. А камыш он более такой. These shepherd dogs, and it was a gorgeous picture of them up on the hills. Three dogs, and they were in amazing condition, just doing what they're supposed to be doing. And it was just it was beautiful. Мы обошли угодья, и сейчас спускаемся с зеленого холма вниз к озеру. Угодья просто огромные. Я не знаю, сколько здесь гектаров, сотни. Вот великий хозяйский дом устроится. Вот тот огромный замок. Привал. Такое никогда не увидишь. Good. Кошки я нашла. Ника купается. До этого он совершил такой вот поступок. Он хотел со мной играть, вот такой мокрый. Еле-еле мы его оттащили. Прикиньте. Что Ника искупался. Нет, его Ника. Ника, да? Ника. Нико. 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 Нико, собака, погнал лису. Вон он там бежит и отстала. Впереди него бежит лиса, а он за ней. Не видно уже. Вон там вдалеке, видите, он бегает. Лиса удрала, обманула его. Строится пока. Марина, видишь, как его блестит? Да, мрамор. Это мрамор. О, она на кого похожа? Милали? Да. Отлично. Слушай, а там какие фигуры, давай. Спасибо. Санек. Какая красивая. Ага, давай снимай, на, держи. Да, фигуру. Давай. Ага. Пошли. Мы гуляем. Да, вот. Какие виноградники, аккуратные все. Это еще маленькие, вот там большие. Посмотри, там большие фигуры. А
вот сады фруктовые. Все уже ушли. He wants bread. Это козочки. Муж с женой, она беременна. Say hi! Hi! А вон страус. Two daughters and mama, yes? Yeah, this is the, that's a mother there, the white one. The gray one is another. Uh-huh. And the gray one is the mother of this black one. Uh-huh. And now they're both obviously getting pregnant. I mean, they don't castrate here at all. Mm. Where's your friend? Why isn't your friend coming over, huh? Why isn't your friend coming But he doesn't over? Like pony. Yeah, they're always having arguments and fighting at each other and doing all sorts of things, aren't you? Yes, you are. Все снимать, to make film, to make movies, everything. Наш стол. Кушаем, вкусненько. Ничего. Не нарежу стол. Не нарежу стол. Попробуй, пожалуйста. Мы идем наверх. Ступеньки мраморные. Вау. А как мне спуститься на манеж? Оттуда. Вон там дверь. С другой стороны. Внутренний. Отсюда тоже можно. Ой, это все зеркала. Зеркала. Да, Оля, зеркала. Эта дверь закрыта просто. Много. Я просто имела в виду, что в каком количестве они здесь. То есть, наверное, больше 100 штук, да, вообще на всем. Да, вообще-то. И здесь, то есть, смотри, сколько все стены украшены этим. А это его трон. Это трон, да. Трон. Там не знаю. Да, классно. Трон хозяина. А здесь гейша. Она там развлекает. Да, это для воды. А да, но это не Саша. Да, это коппер. Это коппер. Да, это да. А там что? Раздевалка вот такая. Я. Жалко, что я не могу на лошадь садиться и видеть, что я уже старая. Очень жалко. Сейчас катать. Я пока это видео. Сейчас, секунду.